Здравствуйте, это программа «Коммунальный патруль». Меня зовут Кирилл Политов. В ближайшие 5 минут все самые заметные новости недобросовестной работы сферы ЖКХ края. Коротко о главных темах. Провал года. Где на этот раз Барнаул уходит под землю? Грызунам тут не место. Как долго пришлось ждать помощи жителям в борьбе с крысами? Эпичный провал. Именно так говорят барнаульцы об очередной уже неизвестно какой по счету яме. Так вот, на этот раз ЧП едва не завершилось не менее эпичным падением туда сразу нескольких движимых и недвижимых объектов. Здесь земля уходит из-под ног, причем в буквальном смысле слова. Очевидцы говорят, хватило и нескольких минут, чтобы в асфальте образовалась дыра. Заложником провала стал гараж с автомобилем. Благо, в соседнем здании идет ремонт. Нашлась болгарка, с помощью которой удалось распилить замок и спасти машину. Чуть позже приехавшие на место коммунальщики перенесли объект в безопасное место. К счастью, все обошлось без серьезных последствий. Опасную территорию на пересечении улиц Антона Петрова и Красный Текстильщик обозначили вот такими ограждениями. С одной стороны водители, с другой пешеходы. Барнаульцы, помня о десятках подобных случаев, такие места стараются обходить, объезжать стороной. Я очевидец, я проходил, смотрю, ух, завалилось, я в нашу сторону. Ну давайте адекватные меры принимать, кому как, кому чего. В общем, все хорошо. Горожане тут же стали строить различные версии о причинах этой аварии. Сошлись во мнении, что износ труб достиг максимума. Отсюда и такие вот порывы. Что касается провалов, тут четко нужно определиться, да, кому принадлежит данная территория, что проходит по данным участкам дороги, там, прилегающей территории, что проходит трасса там, водоканала, трасса теплосетей. Это нужно обратиться в администрацию района, которая может дать пояснение, что и кому обратиться по данному вопросу. Ну так что в этой истории все только начинается, зато в другой смело можно ставить точку. Речь идет о доме, который вот уже месяц как атаковали крысы. На очереди часть третья, финальная. Смотрим. Вот, наконец, история с нашей дохлой мышкой, крысой, закончилась благополучно. Но, правда, запах еще не прошел, потому что обработки никакой не сделали. Победить грызунов удалось общими усилиями. Правда, для этого пришлось снять 2 репортажа, обзвонить сразу несколько инстанций и подождать около месяца. Войну хвостатым жители объявили после того, как популяция этого вида в отдельно взятом доме резко возросла. Такое нашествие горожане по улице Смирнова, 92, связали с тем, что буквально за стенкой работает продуктовый магазин, где от этих самых крыс решили избавиться. Но вот те и полезли по трубам и этажам. Инициативная группа тогда обратилась в управляющую компанию, Роспотребнадзор. Подождали, обратились вновь. Действий не последовало, и так по кругу. Напомню, чтобы избавиться от крыс, понадобился почти месяц и несколько визитов нашей съемочной группы. Жилой дом и магазин должны как-то одновременно, синхронно заниматься такими вещами, как травить насекомых и грызунов, дератизация, дезинсекция. Заниматься этим должны параллельно, сообщать. На этом у нас все. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле прежний, 722-301. Это на случай, если вам удалось снять на мобильный телефон факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До встречи ровно через неделю. Не пропустите!